Так, всем привет. Нынче лето 19-го года было дождливое. Толком ни грибов, ни ягод. Вот эта малина, она домашняя. У меня в огороде растет. Сорт не скажу, потому что не знаю, что за сорт. Год приносит, год не приносит. Вот нынче у меня супруга сделала сколько-то варенье. В общем, без малинового варенья мы не живем, все равно есть. И малиновое варенье вот именно что вот из этой малины, которая растет у меня в огороде. Про сорт не скажу. А вот это вот она уже второй или третий год экспериментирует. Она просто замораживает свежие ягоды. Вот сейчас она достала из холодильника. И, ребята, она как свежая, понимаете? Вот она сейчас нажимаю, она еще мерзлая. Внутри мерзловато, но она как свежая. Так что вот, как-то вот так. Вот тут супруга еще принесла замороженную черную смородину. Потом белую вот такую желтенькую смородину. Красненькую вот такую смородину. Это у нас все в огороде растет. А вот это она принесла малину, которая у нас на зиму замороженная. Вот такими она слоями сделала. Выложила каждую ягодку с внучкой. Сейчас вот стоит, смеется, слоями. Сахаром посыпали? Да. Она говорит, сахаром посыпали. Сколько здесь слоев осталось? Ой, слушай, наверное, два всего. Два слоя еще? Или три, не знаю. Короче, слой ягод сахаром пересыпано, потом пакет, пленочка и этот самый, и снова слой. Вот так вот замораживается. И получается вот такая красота. Как-то вот так.